Экипаж лайнера отважно борется за спасение жизни пассажиров. Действующие лица. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс. Симпатичная и невозмутимая стюардесса. Сэр, у нас проблемы в пассажирском салоне. Прекрасно. Пассажиры утверждают, что им тяжело. А никто не обещал, что им будет легко. Сэр, надо что-то делать. Давайте попробуем выпустить шасси. Давай-ка лучше выпустим кеды, сынок, чтобы нам было что заворачивать. Дринкинс, вы что, пытаетесь вышибить себе мозги? Да, сэр. Я не могу больше этого выносить. Это бесполезно, Дринкинс. Почему? Дело в том, что ваши мозги отшибло еще тогда, когда вы подписывали контракт на этот долбанный сериал. Сэр, неужели нам никто не может помочь? Зачем, Дринкинс? Этот самолет мы угробим сами, без посторонней помощи. Неунывающий и мужественный командор. Изобретательный и находчивый второй пилот Дринкинс.